Всем большой привет, с вами снова Александр. И так как все сейчас находятся дома на карантине, хочу ваш досуг немного скрасить. Хочу рассказать вам о автомобильной люльке от компании Nuna. Nuna Pep Light называется, которая у нас идет в комплекте с базой EasyFix и имеет, наверное, идеальное соотношение цены и качества. Вот, соответственно, сегодня мы с вами ее изучим, разберем, что она из себя представляет. Ссылочку на нее я добавлю в описании на сайт Мир Автокресла. Если понравится, с доставочкой вам все привезут. Соответственно, что из себя представляет люлька? Это группа 0. Считается это с рождения. Ну, плюс-минус, на самом деле, где-то до года максимум, я думаю, вы доездите. Если попадете в теплое время года и без верхней одежды, ребенок, в принципе, должен помещаться. Хотя производитель там указывает до 1,5 лет, но это на самом деле, как показывает практика, не получается возить до 1,5 лет в люльках. До 9 месяцев нужно обязательно, а дальше уже можно смело пересаживаться в группу 1 или 0,1, если приобретаете кресло, то в первую категорию можно туда пересаживаться. Соответственно, что люлечка из себя представляет? Это у нас такое стандартное изделие. Давайте я ее сейчас сниму и вам покажу ее. Вот, собственно, сама люлечка. Вот, она имеет у нас здесь сразу комплект вкладышей для новорожденного ребенка. Отдельный вкладыш идет под голову, отдельный под туловище. Этот вкладыш нам нужен для того, чтобы правильнее и плотнее фиксировать ребенка в самые первые месяцы его жизни, когда он еще у нас совсем маленький. Соответственно, ими мы пользуемся. Они как раз таки чуть-чуть выравнивают поясницу ребенка, чтобы он был не такой скрюченный. В люльке ребенок полусогнут в автомобиле находится, и поэтому производители и врачи не рекомендуют долгие поездки в люльках и первые месяцы жизни. Минимизируйте время поездок в люльке. Поэтому вкладышами попользовались, ребенок вырос, соответственно, берем и вынимаем вкладыш. Давайте я его сейчас уберу. Вы поймете, насколько увеличивается сразу пространство. Что там у нас упало? Книжечка. Так, соответственно, сейчас достанем вкладыш. И вы увидите, что здесь, в принципе, места достаточно много. Вот вкладыш. Здесь, в принципе, если заморочиться, можно снять вкладыш и вытащить поролон дополнительный и оставить мягкий вкладыш отдельно. Но тогда мы не сильно сэкономим место. В общем, вот у нас сколько места. Пространства на самом деле много. Поэтому достаточно комфортно и долго можно ездить в люльке. До 9 месяцев уж по-любому. Соответственно, сама люлька в автомобиль не пристегивается ремнем. По большому счету, здесь вы будете использовать только платформу EasyFix, но сама платформа EasyFix, кстати, имеет возможность крепления ремнем. Здесь есть специальные проемы, где мы проводим ремень и фиксируем. И все, здесь крепление ремнем элементарное просто. Но если EasyFix есть, пользуйтесь EasyFix. Ремень вам пригодится, если вдруг вы захотите поставить кресло на переднее сиденье. Соответственно, упаковали в роддоме ребеночка. Защелкнули, базу пристегнули, у вас сразу везде будет зеленая индикация о том, что все стоит на месте. Пристегнули, упор в пол выдвинули, соответственно, в пол уперли, и все, едем. Также у нас здесь есть ручка для транспортировки, здесь все как кожа, все ровненько. Не бесполезный козырек. В люльке это вещь полезная, солнце по вечерам, по утрам, особенно в Питере, сидит низко, лупит прям в глаза, капец как неудобно. Козырек будет уберегать глаза вашего ребенка, поэтому с этим все нормально. Автолюлька имеет европейскую сертификацию. Доверять ребенка можно. Вот, поэтому по безопасности здесь все нормально. На Адаке краш-тестов я не видел. Просто есть европейская сертификация. Обязательный краш-тест пройден. Ну, это уже хорошо на самом деле. И можно спокойно эксплуатировать. Но, понимаете, здесь цена. Это комплект очень недорогой. Если вы хотите прям топчик, то вы
3 таких заплатите, а то и 4, чтобы получить самый лучший вариант на рынке. Это по цене-качеству соотношению очень годный вариант. Соответственно, и ткани здесь нормальные, и он мягенький. Ну, Нуна, в принципе, достаточно хороший бренд, которому можно спокойно доверять. По качеству претензий нет. Соответственно, по техническим характеристикам я все, что хотел вам показать, показал. Считаю вариант по цене, качеству очень достойный. И смело могу его рекомендовать к приобретению, хотя бы к рассмотрению при выборе. Вот. Большое спасибо Миру Автокресел за то, что предоставили ее на обзор. Если вам обзор понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И удачи вам, до свидания.